Сергей Александрович Пахомов, коренной житель Сергиева Посада. Он родился 6 августа 1975 года в Загорске в семье строителя и работницы электромеханического завода «Звезда». Сергей Пахомов окончил школу номер 14, затем Ходьковский аграрный колледж по специальности бухучет и аудит, после чего получил два высших образования по специальностям – юриспруденция и государственное и муниципальное управление. В 2005 году Сергей Александрович стал кандидатом исторических наук. В трудовой биографии Сергея Пахомова были руководство хозяйственной частью ЗАО ЛДР, культурно-просветительским центром «Дубрава», был он и заместителем председателя правительства Ивановской области. Что касается политической карьеры, в марте 2008 года Сергей Пахомов был избран депутатом Ивановской областной думы 5-го созыва. До 2013 года был председателем Ивановской областной думы. В сентябре 2013 года был избран депутатом Ивановской областной думы 6-го созыва и выдвинут в Совет Федерации. Однако родной город, по его же собственному признанию, не забывал никогда. Досрочно сложив полномочия сенатора от Ивановской области, в конце 2013 года Сергей Пахомов был назначен временно исполняющим обязанности главы Сергиево-Посадского района. 16 февраля 2014 года Сергей Пахомов был избран главой Сергиево-Посадского района и взял на себя ответственность за судьбу своей малой родины. Торжественно присягаю. С достоинством и честью осуществлять полномочия главы района, уважать и охранять права и свободы человека и гражданина, соблюдать Конституцию и законы Российской Федерации, устав и законы Московской области, устав и нормативно-правовые акты муниципального образования Сергиево-Посадский муниципальный район Московской области. За время его работы на посту главы района был построен западный объезд. Воплощены в жизнь и другие масштабные проекты и просто нужные людям дела. Строительство центра материнства и детства, крытой ледовой арены имени Федорова, бассейна на Риммаше, новых детских садов, капитальный ремонт медицинских и образовательных учреждений, искусственное покрытие стадиона «Луч», открытие парка Покровский в Ходьково, благоустройство пешеходных зон. Реализация многих проектов, начатых тогда, продолжается и сейчас, как, например, строительство новой больницы в Ходьково. Все говорили о том, что это нереально, но этот вопрос на сегодня практически решен. Еще весной губернатор Московской области Андрей Ильич Воробьев после нашего доклада вместе с главой города, с Светой Григорьевной Тихомировой, вместе с Министерством здравоохранения Московской области и с первым замом председателя Московской области Ольгой Сергеевной Забраловой принял решение о том, что больницу новую надо строить. Сергей Пахомов мыслит масштабно. Любая задумка – это часть его концепции по развитию Сергиева Посада. Хочу заверить, что благоустройство города и не только в его центральной части, оно, безусловно, будет продолжаться. Я знаю, что у администрации, у главы большие планы есть и на этот год, и на следующий. Это все вопросы сегодня находятся в проработке, но я вас уверяю, что идеи есть, но все они подвержены концепции следующей. В центральной части города должно быть удобно отдыхать в первую очередь местным жителям. Во вторую очередь должно быть куда сходить туристам, то есть точки притяжения тоже должны появляться. Чем увереннее мы движемся вперед, тем больше появляется у жителей запрос на еще большее движение, на еще большую скорость. И это абсолютно правильно. Я вижу, что Трикотажка-фест хорошо работает. У нас есть еще несколько похожих улиц, которые тоже должны развиваться, как я считаю, именно так. Поддержка частных музеев и общение с творческой интеллигенцией и ветеранами боевых действий, издание книг о Сергиевом Посаде – все это входит в круг интересов Сергея Пахомова. Он находит для этого время и сейчас, являясь депутатом Государственной Думы Российской Федерации. Копаюсь в истории, изучая с первого дня в архивах все происходящее, с первого дня появления здесь семьи преподобного Сергия Радонежского до сегодняшних дней. Интересные факты, вещи. Прекрасно осознаю, что в целом о городе среднестатистический житель, конечно, знает очень немного.
Интересное совпадение. Одним из первых больших дел Сергея Пахомова на посту главы Сергиево-Посадского района стала организация торжеств по случаю 700-летия со дня рождения преподобного Сергия Радонежского. 8 лет спустя, уже в качестве депутата Госдумы, Сергей Александрович активно участвовал в подготовке к 600-летию обретения мощей святого собирателя земель русских. В том числе помог получить согласование и организовать доставку подлинной иконы Троица Андрея Рублева из Третьяковской галереи в Троице-Сергиеву лавру в Троицкий собор, для которого она и была написана. И знаковые исторические события и насущные дела жителей Сергиева Посада и окрестностей всегда в поле зрения депутата, который, несомненно, уже вписал свое имя в его летопись.